Очень просто. Весенняя капель. Сегодня для вас выступят дети, которые занимаются в творческих студиях клуба «Майдановский». Вокальная студия «Ассорти Б», «Зернышко» и детская театральная студия «Улыбка». А также приглашенные гости – творческая студия «Фокс». Удачи вам, наши юные дарования! Наш праздничный концерт открывает вокальная студия «Зернышко» и ее солистка Мария Гусак с веселой песней «Нон-стоп». Аплодисменты! Thank you.
за щекою карамель, за спиною ранец. Он ученый человек, знает, что не спросим, где стоит гора Казбек, сколько трижды восемь. В классе он сидит сычом и жует резинку, головенка куличом, уши, как у свинки. А в карманах целый склад мох, пирог с грибами, перья, ножек, мармелад, баночка с клопами. В переменку он, как тигр, бьется с целым классом. Он зачинщик всяких игр, он клянется басом. Возвращается домой, набекрень фуражка, гордый, красный, грудь кормой, в кляксах вся мордашка. Ну, что нового, Васюк? Выбежит сестренка. Он, надувшись, как индюк, пробурчит: девчонка. Схватит хлеба толстый ком, сбросит пояс блузы и раскроет милый дом Робинзона Крузо. Матушка, бабушка, души станет.
Дорогие друзья, наш детский концерт подошел к концу. В нем принимали участие Мария Демьянова, Александра Огурцова, Арсений Комаров, Мария Гусар, Артем Шевелев и творческая студия «Фокс», а также Анастасия Шепеловских. Вели программу Людмила Надышева и Ирина Задумина. Мы желаем вам отличного весеннего настроения. А нашим юным талантам творческих успехов. До свидания и до новых встреч!